Друзья, здравствуйте! Сегодня на примере печей Тайга Соболь я расскажу, какой может, вернее, какой должна быть печь для сезонного отопления дачного домика. В первую очередь печь должна отапливать не только ту комнату, в которой установлена, но и смежные помещения. Понятно, что теплее будет возле печки, но при открытых дверях прогреются и соседние комнаты. Для отопления всего дома нужно ориентироваться на объем всего помещения. При подборе печи вы услышите до 100, до 200 кубов. Это означает, что при высоте потолка в 2,5 метра, к примеру, печь будет рассчитана, соответственно, до 40 или до 80 квадратов. И как раз печи Соболь рассчитаны на такие домики. Почему нет печей помощнее, большего объема? Потому что при попытке протопить самые дальние комнаты, вы рискуете устроить Африку в вашей гостиной. Так что печки на 200 кубов вполне достаточно в большинстве случаев. Пожалуй, самое комфортное тепло – это конвекционное, как и у обычной батареи. Вот и у печи Соболь тепло выходит из верхней части конвектора, который также еще и экранирует жесткое тепло, исходящее от стенок топки. Кстати, удобнее пользоваться печами, у которых объемная и при этом глубокая топка. Так вы не будете греть голову, как использовать обрезки от строительства дома. Да, печки всеядные, все пойдет в дело. У сотого Соболя глубина топки 53 сантиметра, а у 200-го почти 60. Впечатляет, да? К тому же обе топки печи оборудованы специальными каналами для дожига газа в верхней части. Это сделано для того, чтобы печи были чуть более экономичными и чуть более мощными. От размера дверцы также зависит очень многое. Если она широкая и высокая, то в печь удобнее загружать дрова. У Соболя проем топливного канала 33 на 22 сантиметра. А еще в дверке стекло. Опция довольно редкая для недорогих печей. Оно хоть и небольшое, но уюта вечером добавит. Ну и к тому же удобнее через стекло контролировать тот момент, когда нужно будет подбросить дрова в топку. Еще из удобств плита. Здесь она в виде чугунных колец, которые можно снять и приготовить что-то на прямом огне. Ну и в любом случае, если дома нет электричества по каким-то причинам, можно смело приготовить обед или подогреть чайник. Что еще? Дымоудаление. Это не буржуйка, потому что в печи установлен пламяотбойник, благодаря которому пламя делает оборот, прежде чем вылететь в трубу. Сделано это для того, чтобы максимально отдать тепло от пламени стенкам топки и плите, верхней поверхности. А самое интересное, что патрубок для дымоудаления диаметром 115 мм находится наверху печи. И можно собрать дымоход по самой простой, соответственно, недорогой схеме. Прямой дымоход через потолок. Материал, из которого изготовлена топка печей Соболь, точно такой же, как у большинства даже более дорогих отопительных печей. Сталь 3 мм, а колосник чугунный. Ресурсы печи при сезонной эксплуатации хватит надолго. Итак, удивительно, но недорогие печи Тайга Соболь имеют все необходимое для получения комфортного тепла в дачном домике. Мощное конвекционное тепло, большая объемная и глубокая топка, большой проем топливного канала, дверца со стеклом, чугунная плита, патрубок для вертикального подключения дымохода, сталь 3 мм, такая же, как и у большинства других и даже более дорогих печей. А самое главное, друзья, когда вы будете согреваться у этой печи у себя в доме, вашу душу будет греть еще тот факт, что эту печку вы купили по очень выгодной цене. Не верите, что такое возможно? Заходите на сайт farnax.ru, сравнивайте цены и выбирайте печи. А вдогонку ловите промокод, который при заказе сайта даст еще дополнительную скидку. Ждем вас в магазинах Farnax и на сайте farnax.ru. Удачи при выборе печи. До новых встреч. Счастливо!